Прямой рейс в Питер отменили. На этой неделе из аэропорта Ноябрьска в культурную столицу вылетит последний самолет. Об этом сообщили в местном агентстве воздушных сообщений. Напомню, направление в Санкт-Петербург было введено в июне прошлого года. Сначала рейс выполнялся дважды в неделю, затем в ноябре. Количество перелетов сократили до одного. С чем связана полная отмена рейса, в компании «ЮТР» не уточняют.